Но вот в этом году исполняется 25 лет дипломатическим отношениям Казахстана и Венгрии. Два государства связывают не только исторические корни и дружественные отношения, но и стабильные, прочные экономические, а также политические связи. По словам министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сиярта, венгерский бизнес широко представлен в Казахстане. Например, крупнейший банк этой страны, Эксимбанк, выделил более 250 миллионов евро, чтобы венгерские и казахстанские предприниматели могли сотрудничать между собой, получая кредиты. А вот буквально в этом году правительство Венгрии увеличило количество стипендий для студентов из нашей страны с 45 мест до 200. И это не считая прямых инвестиций в экономику нашей республики. Основными точками соприкосновения наших интересов в области экономического сотрудничества являются сельское хозяйство, энергетика, здравоохранение, использование транспортно-логистического потенциала двух стран, туризм, строительство и инновации. Нефтегазовая компания Венгрии МОЛ, которая является самым крупным энергетическим предприятием Центральной Европы, вложила инвестиции почти на 200 миллионов долларов в нефтегазовый сектор Казахстана. По инициативе нашего правительства создан общий фонд по развитию сельского хозяйства на сумму 40 миллионов евро. Мы хотим помочь Казахстану внедрить передовые технологии в этой сфере.